Всем добрый день! Вы на канале вязания от Ангелины Азимок. Сегодня у нас интересная работа. Первая часть жилета. Схему и фотографию мне прислала моя подписчица, попросила разобраться. Вот по такой схеме мы сегодня свяжем две половинки основного нашего узора, основного жилета. А на следующем видео мастер-классе завершающую стадию свяжем спинку, швы и обвязку. Предлагаю посмотреть. Сегодня у меня, смотрите, какая интересная работа. Будем вязать вот такой жилет. Подписчица прислала мне схему, попросила разобраться. Давайте будем разбираться вместе. У меня красивая слонимская пряжа, 400 метров 100 грамм. Я беру две ниточки сбоку, две ниточки с центра, и получаем 4 сложения. Пряжа красивая, сафари, цвет нежный. Схема у нас, в принципе, внятная. Для начала начинаем вот такой кружок вязать. Он у нас вот здесь вот. Вот такая схемка. 18. Делаем петлю. Вот такую. И наша задача провязать 18 столбиков без накида. Один столбик. Два. Три. Считаем столбики и подтягиваем ниточку. Провязали 18 столбиков без накида. Затягиваем ниточку соединительным столбиком в первую петлю. Соединяемся. И теперь узор второго ряда у нас такого плана. Вяжем 1, 2, 3. Это столбик. В следующий столбик вяжем 2. 1 и 2. Теперь вяжем 1. То есть наша задача провязать по переменке 1 столбик, либо 2. Вот таким образом это все у нас выглядит. Смотрите. Кружочек связали. Теперь вот 1 столбик, 2, 1, 2, 1, 2. Вяжем по кругу. Провязали столбики. Соединяемся в третью воздушную петлю нашего первого столбика. И вязание будет такого плана. Воздушная петля, столбик без накида. Смотрите, вот у нас есть галочка. Два столбика, вот, два столбика из одной петельки. Провязываем просто 1 и 2 столбика без накида. Там, где у нас один столбик, вот один, здесь мы провязываем 2 столбика без накида. И чередуем. Там, где у нас галочка была, мы вяжем 1 столбик и 2. Там, где одинарный столбик, вяжем 1 и 2. Провязали 1, 2 и еще один дополнительный. Провязываем и присоединяемся. Теперь еще один рядочек интересный. 1, 2, 3. Пико вяжем с вами. В это же место вкалывания соединительный столбик. В следующий столбик, столбик без накида. Следующий столбик без накида и пико. 1, 2, 3. В это же место вкалывания столбик без накида. Один столбик опять провязываем. А в следующем провязали столбик. Вяжем 1, 2, 3. И сюда же столбик без накида. Опять столбик без накида сам по себе. И столбик без накида с пико. 1, 2, 3. Сюда же столбик без накида. Вот такие у нас должны красивые быть шишечки. Провязали вот такой цветочек у нас получился. И последний ряд центрального цветочка будет вот такого плана. 3 столбика с одним накидом, 8 воздушных петель. Пропускаем 3 цветочка. Или даже 2 цветочка, и в третьем начинаю вязать, с третьего на четвертый. Основа для нашей кофточки. 1, 2, 3. Между столбик с накидами. И за само пико
столбик с накидом. Нарисован столбик рельефный, но я, честно говоря, не знаю пока, как это делать. Когда нет столбиков, вяжем. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пропускаем. 8 воздушных петель. Пропускаем 1, 2, 3 наших красивых узора пико. И в следующем пико вяжем в центр столбик с накидом, между столбик с накидом и в пико столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Опять 3 пропускаем, 3 столбика вяжем. Что у нас должно получиться? Раз, два, три арочки, и в четвертом месте у нас арочки нет. Арочки нет, у нас вот такой получается узорчик. Раз, два, три арочки, здесь по центру нету. Это у нас здесь будет совмещение одного узора и второго узора. Такой цветочек по центру. Идем дальше. Теперь переворачиваем на изнаночную сторону соединительными столбиками. Переходим в арочку из воздушных петель и провязываем 15 столбиков с одним накидом. 15 столбиков с одним накидом. Над столбиками 2 воздушные петельки. То есть мы с вами начинаем вязать большой узор, 15 столбиков, 2 воздушные петельки. В 15 столбиков мы 3 раза должны это повторить. 15 столбиков с одним накидом. То есть мы с вами начинаем 3 воздушные петли, это первый столбик. Дальше вяжем и считаем. Вот такой у нас получился ряд после цветочков. Идем дальше. Одну сторону мы не провязываем. По схеме видно, да? 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем обратную сторону. И что мы делаем? Смотрите, мы вяжем между столбиками. Наша задача теперь провязать в обратную сторону не 15, а 14. Первый столбик мы здесь пропустим. Считаем 2, между вяжем 3, 4, 5. То есть наша задача в каждом ряду уменьшать на один столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Все, наши столбики закончились. 14. 1, 2, 3 воздушные петли. И в арочку из 2 воздушных петелек столбик без накида. Раз, два, три. И опять то же самое. Мы начинаем вязать между столбиками. Теперь точно таким же образом мы вяжем, набираем 2 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. Пропускаем один столбик и второй. Это в самом начале только так делаем. Все остальное вяжем, как у нас получается. Теперь у нас должно получиться 13 столбиков. 13 столбиков и между ними 8 воздушных петель. 13 столбиков, 8 петель. 13 столбиков, 8 петель. И потом начинаем вот этот основной узор вязать. 13 столбиков, 8 воздушных петель. Столбики вяжем между столбиками. Вяжем и обязательно считаем. Все должно быть четко по счету. Провязали 15, 14, 13, 12 столбиков у нас должно получиться. И идем теперь вот вязать интересный рядочек. Начало. Вот эту башню мы с вами вяжем, на нее не обращая внимания. Все время минус 1. 2 воздушные столбики, 2 воздушные петли всегда. И начинаем вязание. 4 столбика с накидом, 3 воздушные петли. Линия реглана. С одной стороны нашей башенки и с другой стороны. Две линии реглана начинают делать хорошее, мощное расширение. Вот это основное вязание, причем тоже достаточно легкое. Можно взять 2 маркера, чтобы знать, где у нас, и не путать, да? Будет стоять линия реглана.
12 столбиков провязали, 2 воздушные петельки, 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Причем вязание очень однотипное. Реглан будет вязаться все время одинаково. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Вот. Провязали 2 воздушные петельки и вяжем наши башенки. Вот. По центру можно поставить маркер. То есть здесь мы будем вязать всегда одинаково. 4 столбика, 4 столбика и 3 воздушные петельки. Провязали рядок вот такого плана, маркер поставили. Две стороны вяжем, следующий ряд. 2 воздушные петельки, 4 столбика, которые у нас есть, мы так и вяжем. Мы их продолжаем, это мы с вами делаем наращивание. 4 столбика с одним накидом. Там, где маркер, мы вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4 и 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4 столбика. Новые, так сказать, у нас. Это наше увеличение, которое будет все время провязываться в арочке из 3 петель. В каждом ряду мы будем вязать вот так. В арочке 4 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика. И продолжаем вязание наших 4 столбиков. 1, 2, 3, 4. Вот такое вязание у нас получается. То есть, смотрите, мы провязываем в самом начале 4 столбика, потом 8, второй ряд. И следующие ряды у нас будут повторяться. Наши красивые вот эти вот башни, они будут уменьшаться. Уже показывать я не буду. Основной цветок у нас связан, 3 башенки мы уменьшаем. Угловые моменты будем вязать все время одинаково. Вот у нас первый ряд и второй. Сейчас будем вязать первый ряд, повтор. Будем вязать уже самостоятельно. 2 воздушные петельки вяжем. Теперь 4 столбика, которые у нас есть, мы тоже вяжем. Это неизменно. Наша полосочка будет такая вертикальная. И в этом ряду вместо 4, которые у нас внизу, вяжем 2 воздушные петельки. А 4, как у нас было, мы их добавляем в каждом ряду. Так они у нас и будут провязываться. 3, 4. 2 воздушные, 3 воздушные петельки и повтор. 4 столбика. Маркер, чтобы не забывать, что у нас идет реглан. Вместо 4 внизу провязываем 2 воздушные петельки. 4 столбика неизменно остаются. То есть у нас здесь будут идти повторы такого плана. Как это получается. Мы с вами провязали сначала 4, 8, 8. Теперь 5, 4, 2, 4. В следующем ряду мы уже вяжем полосочка, 2 воздушные петельки, полосочка. Полосочка вторая и 4 добавочных. И повторяем. Каждые 2 ряда у нас идет повтор. 1, 2, 1, 2. Через ряд у нас продолжение полосочки. Потом просто 4 столбика. Опять продолжение. Потом 4 столбика. Продолжение. Башенки уменьшаются. Таким образом, повтором мы вяжем, пока не будет до 1 столбика.
башни. И потом мы начинаем делать сокращение. Это у нас идет вот так вот. Мы сейчас вяжем башенку. Потом просто плечи. Я провязала две части нашего жилета. Вот так он выглядит. Строго по схеме все провязала. Так как мы вяжем поворотными рядами, две половинки у нас абсолютно одинаковые. Развернули их одна к другой. И осталось только сделать горловину и плечико провязать. Боковиночку вязать не будем. Вяжется абсолютно одинаково. Вот я поставила маркер, это у меня будет плечо. По схеме плечо идет 3 полосочки. Я вот пока не определилась, может, так же 3 свяжу. А до маркера нужно сделать убавление. Убавления делаются абсолютно одинаково на правую сторону или на левую. Это не принципиально. У нас есть схема убавления. Вяжем 3 воздушные петли подъема от нашего узорчика и прикрепляемся к полосочке. 3 воздушные петли. Пропускаем один столбик, 3 воздушные петли, крепимся к одному. И вот таким образом мы с вами неспешно делаем убавление. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и провязываем наши столбики. Вот что получается. Сделали убавление и до маркера мы провязали. Пройму мы не вяжем. То есть мы разворачиваемся в обратную сторону, 2 воздушные петли и вяжем. И от проймы вяжем в сторону горловины. 2 столбика у нас недовязанных, 2 в последнем вертикаль, в последней вертикальной полосочке. 2 провязали, 2 недовязаны. И опять мы сделаем вот такой соединительный столбик. Не просто столбик. 1, 2, 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. В первый столбик провязываем. 1, 2, 3. И уже в арочку. Вернее, в столбик. И получаем вот такое вот уменьшение. Больше уменьшений нет. Теперь от маркера до маркера провязываем длину плеча. Длина плеча у всех разная. На узоре 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядочков. Вот, 8 рядочков вяжем. И уже можно будет по любой своей кофточке примерить. Если нужно больше, значит вяжем больше. По размеру. Если полочка маленькая, то после того, как мы плечо связали, отрезали ниточку, разворачиваем вязание вот таким образом. И с самого начала вяжем наш узор, его удлиняя. Потому что, по моему вот взгляду, размер на фотографии, наверное, где-то будет 42-44. Если нужно сделать увеличение, просто-напросто увеличиваем саму полочку. Провязывая точно таким же узором. А узор у нас полосочки, несложный. Вот. Пока довязываем плечо, несколько рядочков, смотрим, что у нас получится. Я провязала 2 своих половиночки. Вот такое плечо получилось. Вырез горловины. Вяжется абсолютно одинаково, потому что у нас же поворотные ряды. Что правая полочка, что левая. Вот. Теперь уже на следующем видеомастер-классе свяжем спинку и обвязку. У нас же еще обвязочка идет вот такого плана. Вот такого плана. Это уже на следующем видеомастер-классе, потому что длинные ролики многие ресурсы не пропускают, ни телеграм-канал не любит. Ни Рутюб не любит, поэтому первая часть у нас сегодня связана. Как вяжется наш цветочек. Самая, да, основная наша красота. Я все показываю, рассказываю. Смотрим видео, не перематывая. И получаем вот такую красоту. 2 полочки от нашего красивого жилета. Вяжется не так сложно, как смотрится на рисуночке.
Поэтому предлагаю попробовать. Расход пряжи грамм 150 на все, скорее всего. То есть не так много. Это на размер 44. 44, да. 44. Вот. Предлагаю попробовать посмотреть, связать, может быть, своим внучкам, дочкам, а может быть, себе, но сделать увеличение. Я показывала, да, каким образом сделать увеличение. Просто надвязать полочки с одной стороны и с другой. А вырез, и вот эта красота, уже она будет вязаться одинаково на любой размер. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Спасибо моей подписчице, которая прислала мне эту схему. Она, думаю, тоже будет смотреть. Отпишется обязательно в комментариях, что ей это пригодилось. Смотрим, не перематывая. И ждем следующий видеомастер-класс, на котором будет продолжение. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм и вяжем вместе со мной.